Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе! Ну что, парни, похоже, почти приехали. Наш новый дом, который мы купили по скидке за $1000, таких цен вообще я никогда не видел. В натуре, какой дом наш, мужики? Чё-то я заплутал, походу. В смысле, какой, Андрюха? Вот этот вот дом наш, во! Во, вот этот? Ну да. Что, я паркуюсь тогда, получается. Фига он здоровый. Ты, Андрюх, паркуйся, только я не понял, парни, уже двери открыты, как говорится, нас встречают с открытыми дверьми. Типа, вот, заходите, парни, ваш новый дом за $1000. Слушайте, пацаны, вот вы не думаете, может, нас что-то обманули или что? Ну как дом может стоить $1000, а? Да. Да, слушай, нас обманули. Я не знаю. Да не обманули вроде, смотрите. Потому что нет красной ковровой дорожки. А, я тоже думал, цари приехали, они встречают. В общем, купили мы новый дом за $1000 по скидке. Сказали, типа, по кайфу. Ну, давайте, пацаны, осмотримся, что тут в доме у нас. Вроде все четко. Тут даже мебель от прошлых жильцов осталась, мужики, смотрите. Чур, моя вот эта комната. Нет, это моя, я хотел забить. Да, улю, давайте. Блин, ладно, тогда моя знаешь какая? Блин, тогда моя вот это вот. Вот это моя тогда, да. Нет, я тут первый был. А тут, все, смотрите, а вот она, Андрюхина комната. Не-не, я уже взял. А где будка на улице, Андрюхина? Вот. В смысле будка? Ладно, тогда вот это моя, парни, на входе, на самом кайфе, поняли? А тебе бабайка украдет. Нет, ты там уже выбрал, это будет моя у окна. Нет, все, Андрюха, ты уже достал, блин, постоянно меняешь свой выбор. Короче, это, давайте, может, с соседями познакомимся, парни, скажем, что мы купили дом за $1000, пусть позавидуют. Давайте, давайте. Натуре, отличная идея, ну-ка, давайте знакомиться. Они скажут, они за 500 купили. Да нет, таких цен не бывает, нам повезло единицам. Соседи! Здравствуйте! Ау. Мы новенькие, мы переехали к вам. Смотрите, а у них окна заварены. Ё-моё, а вот, подожди, там что-то не открывают, может здесь соседи дома есть? Тут смотри, тоже смотрите. Какие-то решетки, все заварено, блин. Соседи! Что за прикол, там кто-нибудь живет вообще, а? Слушайте, а может вообще, парни, тут это? Все уехали, это чисто наша деревня будет. Ну прикольно. Да не, да быть такого не может. Смотрите, тут еще домик. Смотрите, игрушки оставлены, значит, все живут, просто, наверное, на работу уехали, вот и все. Но... А тут тоже все заварено, смотрите. Ой, ё-моё, слушайте, парни, а вы покушать-то взяли, перекусить что-то? Нет, я ничего не брал. Блин, а отметить новоселье. Короче, Андрюха, ты, наверное, знаешь что? Разгружай коробки с вещами, расставь там все по комнатам. Ну, короче, сделай, что надо. А мы с Бабяном пойдем до магазика ближайшего и купим что-нибудь к столу. Отметим новоселье. А это ты здорово придумал. А что это я буду тут все убирать? Ну, Андрюха, ты складывал, ты разгружай. Ну ладно, с вас одна что-нибудь выпить, лимонаде какого-нибудь. Ну да, пепсу тебе возьмем или 7-Pop. Давай 7-Pop лучше. Слушай, Бабян, посмотри в навигаторе ближайший магаз, потому что я этот район вообще не знаю. Нам туда идти. Туда, поселились, блин, у черта на куличках, блин. На туре. А дай посмотрим, погоди, туда точно? Ну вот, смотри. Ну можно вот так, да на... бегите прямо уже. И налево. Ладно, таскай, Андрюха, сейчас что-нибудь купим, если что, звони. Ага, связич. Все, Бабян, погнали в магазик. Давай, побежали. Ну вот, мы пришли. Ё-моё, а где магаз, Бабян? Ну, вон слева бургерная. А, бургерная? Ну, давай купим реально бургеры и похаваем картошку фри, наггинсы там и все такое. И стрипсиков. Да, давай. Слушай, ну вот, а ты, Бабян, боялся, что райончик какой-то неприметный, блин, нормально. Да ничего я не боялся, что ты обманываешь. Ага, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Новички в этой деревушке, правильно понимаю? Да, мы сегодня переехали, представляете? Мы дом купили по дешевке за $1000. Такого вообще никогда не было. Это низкие цены, у вас просто потрясающе. Людей мало, машин кругом много. Все, дома заколочены вообще. Кайф лютый, нам очень нравится. А, понятно. Зря вы, конечно, здесь домик купили. Надолго вы здесь не останетесь. Это почему еще? А люди, они приезжают и уезжают. Не нравится им здесь, болото рядом. Говорят, нечисть всякая живет здесь. Ой, знаете, мы в такое вообще не верим, да, Бабян? Да, конечно. Во, ну Бабяна вообще девушка-кикимора, так что мы что только не видели.
Слушайте, много кто так говорит, а в итоге либо пропадают, либо уходят, либо уезжают. Ну ладно, вы зачем сюда пришли, покушать? Да-да, мы покушать пришли. В общем, записывайте, нам 3 гамбургера, 2 картошки, 4 наггетса, наггетсбокса, по 6 наггетсов, то есть того 48 наггетсов. 15 7-ап, 7-попов, 18, и, пожалуйста, 3 пепсы. Ну вот, все у вас перед вашим лицом, забирайте с вас $300. Так, Бабиан, расплатись, пожалуйста, я кошелек не взял. Так, а у меня кошелек это на улице, он там в белой машинке. Ну переводом пойдем... ему, нет, переводом переведи. Пойдем, возьмем вместе. Бабиан, ну только переехали, ну нельзя сразу же обманывать. Да, ну блин, ну он нас никогда не увидит. Ну ладно, переведи ему и все, потом обманем в следующий раз. Переводом можно? Да, система быстрых платежей имеется. Ага, сейчас переведу. Рустам вас зовут, да? Да, Рустамчик. Все, перевел, вот, смотрите. Ага, все, спасибо, малышня, гуляйте. Все, до свидания. Ой, Андрюха вообще обрадуется, столько еды ему купили, а себе ничего и не взяли. Да, с вас, кстати, по 500 рублей. Ладно, хорошо, потом закину. Куда нам там, направо, налево, Бабиан? Ну как, нам, наверное, направо, налево, я не знаю, можно направо, можно налево. Ну так быстрее вроде. О, смотри, Бабиан, Андрюха уже машину припарковал. Да, молодец. Как ты думаешь, он там мебель расставил, все вещи уже сделал? Я думаю, да, наверное, он уже спит, блин, отдыхает. В смысле спит? А хавать? Я думаю, он не спит, блин, ждет еды. Ну да, посмотрим. Андрюха, здорово. О, прикимарил, блин. О чем я и говорил? Подъемчик! А, да что случилось, блин? Что произошло, вы что? Что произошло? Еду принесли, давай хавать. Бабиан, выкладывай давай. Давайте, парни, раскрывайте свои хрючела. Давай, давай, сейчас похаваем. О, короче, Андрюха, это мне нравится. Знаешь что, мы зашли в бургерную, а там нам продавец говорит, о, зря вы тут купили квартиру, точнее дом, типа тут надолго не задерживаются, все уезжают, типа там болото какая-то, нечисть. А я знаешь, что сказал? Что у Бабиана девушка кикимора, и типа это мы все видели. Точняк, точняк, слушай, так он завидует, скорее всего, братишка. Так, ладно, да, завидует, наверное, это правда. Дайте я, парни, это, все-таки, может, перекушу что-то. И знаете, перекуси. Я что-то так утомился за сегодня, пока все вещи погрузили, потом выгрузили. Пока разгружал, да, вещи, Димон? Да, понятно, ладно. Ну, что-то правда реально подустал. Спасибо, Андрюха, что все вещи погрузил и выгрузил. Вон, тебе еда. Я, короче, пацаны, пошел на боковую, прилягу, отдохну, как говорится, пробую кроватку, а вы там занимайтесь чем хотите. Побоксируем, бабяк? Да кого боксировать? Всё, как обычно. Ладно, только пацаны это, не будите меня, я пойду прикимарю. А то подустал, блин, пацаны. Ё-моё, это еще что такое? Что такое? Слышите, парни, а ну сюда что? Подойдите. Подойдите, подойдите, пацаны. Что это там в окне такое, а? Это чё? Тип. О, это чё, бабяк, слышь? Смотри. Тот этот, что ли, мужик? Подождите! Это кто окна выбил? Мужики! Он что, орёт на окна? Это тот мужик, что ли, не врал про нечисть, парни? Что тут нечисть ходит? Слышите, есть... Я ухожу отсюда. Есть у нас нож какой-то или лом. Дайте что-то, блин, надо прогнать. Я там повесил себя в комнате, мужики. Давай, Андрюха, блин, слышишь? Я мачете возьму, пожалуй, берите, на стене лежит. Я, пацаны, биту возьму. Я сейчас битой. Бери, Бабиан, мачету. Реально какой-то крокодил вылез, получает, из болота и пришел к нам? Слышите, блин, он окна криком или чем выбил, своим дыханием? Как он окна сломал, как я спать буду? Блин! Смотри, пацаны! Надо это его такое? Это! Надо прогнать, ну, это ну, наш блин, дом! Давайте прогоним его, слышишь? Сюда, это наша точка! Уходи, эй, гад! Смотри, реально крокодил какой-то! Парни, схватил меня, бей ему по жопе! Парни, а что с вами? Бабиан! Что? Ты что с тобой, Андрюха, ты мужики, где? Что с вами? Мужики, что произошло? Что с нами случилось? Мне Бобис! Это что он сделал? Парни, о, что блин. С нами произошло? Давайте сваливать отсюда! Давайте отсюда, газуем! Ё-моё, блин, капец, он меня пожирает! Ура, Андрюха, мне. Вылези из него, он тебя сейчас сожрет, блин! Бежим скорее, уходим! Блин. Валим, валим! Пацаны, что он с нами сделал? Андрюха, ты быстрее весь искорёженный! Да вы все такие мужики, скорее сюда прячемся! Бабиан тоже, блин! Жесть! Ух, а это блин. Еще что за труп, пацаны? Ё-моё! Охренеть, что происходит? Парни, я что, тоже такой? Да. Ты такой же, да! Жесть, пацаны, он что-то с нами сделал! Надо отсюда уезжать, блин, а здесь вообще вон кому-то не повезло! Жесть, значит, все правда, нечисть с болот какая-то. Слушайте, парни,
В общем, это, нам нужно добежать обратно до этой бургерной, Бабиан, чтобы спросить у продавца, что с нами стало, как нам вернуться обратно, потому что наши кости сломаны. Может, этот монстр, какой-то вор костей, блин, украл наши все кости и пытается что-то с нами сделать, уничтожить. Я вообще не понимаю, что тут происходит. В натуре. Мне очень страшно, потому что, Андрюха, ты изуродованный, Бабиан еще хуже. А я, блин, вообще... Как я вообще на ногах стою, если у меня ноги в разные стороны? Слушайте, мужики, а вы уверены, что он знает, что делать? Но он единственный, кто хоть что-то знает. Он, походу, единственный, кто здесь есть вообще, кроме нас. Так что, может это, Бабиан, мы в прошлый раз шли очень долго, давайте на машине доедем в этот раз. Ага. Да, давай, мужики, давай, а мы доберемся до тачки, он же там стоит. Блин, машина возле дома, он ее охраняет. Похоже, не доберемся. А ладно. Вот, смотрите, еще тачка есть. Иди попробуй, открой ее, Андрюха. Если не получится, пойдем пешком, блин. Или поползем. Может, она заведется? С такими костяшками. Андрюха! Ай-яй-яй! Он там! Андрюха! Опять он как гадила прыгает! Ай, слышите, погодите! Пацаны, бежим. Он тачку хавает! Он машину жрет! Он жрет тачку! Да, предлагаю бежать, Бабиан прав! Надо сваливать, слышишь? Давайте бежим, Андрюха! Фастиком. Бежим давайте до этого мужика! Путь, дорогу, капец, тебя скрючило! Давай, давай, здесь это, за дом туда и погнали! Давайте, быстрее! Ну, ё-моё, не пропускает, бежим! Ну вот, это самая бургерная, Андрюха! Вот здесь он был, этот продавец! Надеюсь, он там! Ага, о, стоит! Это что у вас тут происходит за суета? Смотрите, что с нами стало! Я же вам говорил, что вы надолго здесь не останетесь! Что с нами стало? Что с нашими костями? Почему мы изуродованы? А это Костя Крат был, вор костей, иными словами. И, кстати, если увидишь его возле дома, вора костей, срочно бегите. Ё-моё, и куда нам бежать-то, блин? Давайте с нами, чего вы тут остаетесь? Он за нами гонится. Ой, ребятушки, он меня не трогает, я его подкармливаю, а вот вам я могу помочь. Помогите, как нам вернуть тело? Что нам сделать нужно? Насчет этого я вам подсказать не могу, а как убить эту тварюгу, могу помочь. У меня на заднем дворе пушки есть, но вы там сами найдете и сами разбираетесь, он меня не трогает. А пушки нам помогут? Я не знаю, не уверен, может быть да, может нет. Ладно, спасибо, спасибо. Короче, парни, он не знает, как нам вернуть тело, но он знает, что у него есть оружие. Может, оно нам поможет, а может и нет. На задний дворик давайте. Ага. Давайте скорее. Давайте быстрее. Там он причал, пацаны, смотрите, можно было бы уплыть, вот но нечем плыть. Ё-моё, где на пушки? Туре. Вот, о, вот, вот. О, сейчас надо взять. И дробовик надо взять, и это. И что это такое? М4, да. Блин. Патроны. Это эмочка, слушайте, мужики. А, может, мы эту тварину загасим, получается, и освободимся от этого проклятия? Думаешь, мы ее загасим вообще? Ну, думаю, что да. Тут смотри, какие пушки лютые. Жесть! Я никогда ни разу ты смотри, не как Бабиан вообще без головы бегает. И ты тоже весь перекошенный, блин. Он там стоит. Кто стоит? Где стоит? Монстр, вон стоит в окне. Ладно, давайте попробуем, парни, загасить. Это наша последняя попытка. Получится, не знаю. Готовы? Ой, да. Ты чё? Давайте, ты чё раньше времени стреляешь? Давай, погнали, мужики. Стреляй по нему, боялись. Смотрите, тут какие-то бочки, можно взорвать их. Давай, можно, попробуй, можно, взорви. Можно. Взорвал. Ой, смотри, горит. Он хорошо. Горит, парни. Блин, мы его подожгли. Но ему всё равно. Ему неприятно. Давай, тут еще какая-то бочка. Взрывай. Она не взрывается. Блин, стреляю. Он подпрыгнул. Прыгунчик. Наверное, ему очень больно, парни, от наших выстрелов. Я сейчас, знаете что? Я сейчас со Спаса 12. Я сейчас как с дробовика ему. На! Спаси, сохрани. Вообще, спаси, сохрани, блин. Туда его. Давайте на огненные бочки его. Какие? Где они? Да вот, взрывай. Давай. Ты взрывай, Андрюха, Мы его гасим, блин, прямо в жопу. У меня патрики кончились. Давай. Это вор костей, костекрат опасный, гадюка. Верни кости нам! Слушайте, парни, мне кажется, это гиблое дело. Знаете, что предлагаю? Ай-яй! Так, что мужики, короче, предлагаю отсюда уплывать. Не на чем, придется плыть на своих двоих и на руках, и на ногах. Готовы? Согласен, погнали. А если я плавать не умею? Придется научиться, Андрюха, причем быстро. Окей, я понял, мужики. Давайте. Бабиан, не стреляй по мне. Прыгайте, мужики, ныряйте и поплыли. Быстрей. Хоть, плывем. Давайте, мужики. Тону, блин, помогите.
Пацаны, давайте вот тут вот на пирс. Поднимайтесь, поднимайтесь, капец, куда мы приплыли? Смотрите, корабль какой-то. Жесть, вы еще хуже стали. Что-то с вашими костями, парни, вообще происходит беда. Андрюха, что у тебя с головой? Бабян! Я себя видел, у тебя вообще головы нет. Ё-моё, парни, где моя голова? Ёкарный бабай. А ты как вообще разговариваешь, друголёк? Ага, куда этот монстр? Он вроде отстал от нас. Как нам кости-то вернуть? Я не знаю, кости не вернулись. Походу, только убивать его придется. О, пацаны! Корабль! Я не знаю, куда мы приплыли, но там корабль! Давайте попробуем уплыть! Давайте, можно давайте. Хотя бы на ходу, мужики? Давайте к этому кораблю, парни! Не понял, а что это там? Ух ты! Он из воды выпрыгнул! Ёкарный бабай, парни! Слышите, выпрыгнул! Что делать будем, парни? Прячься в помойку! О, давай в помойку! Прыгай, Бабян, быстрее! Залазьте все! Я не помещаюсь в помойку, все залезли? Все поместились, да, все! Смотрите, как угарно! Жесть, блин, пацаны, что нам делать? Я сейчас... Он что-то там в воде, парни, слушайте. Да, я не знаю. Долго так в мусорке сидеть нельзя, он все равно нас спалит, мужики. Ага, тут тем более воняет, капец. Слушайте, похоже, ушел. Давайте по-тихому тоже сваливать. Может, давай. Потерял след. Да-да-да, наверное, в помойку залезли, по-другому пахнуть начали, он сбился со следа. О, смотрите, там какая-то дорога, может, там выход? Ой, там еще и БТР какой-то, наверное, там выход, может, давайте бежим. Мы чё? На БТР сядем да уедем? А у меня есть другая мысль, может, вот на эти машинки сядем? Ого себе, это чудо-тачки такие заряженные. А ну, пацаны, она еще и фигарит, вы чего вообще? Офигеть. Жесть, парни, где он? Смотрите. Давайте его найдем. А у меня мужики, закрыто. Чё? Он наверху стоит. Где наверху? Вот, смотри! Ё-моё, он там сверху! Ну чё, спускайся ты! Давай, друголёк! Стреляйте, стреляйте! А вы как, парни, это, целитесь, блин? О, пошла жара! Нормально! Да это вертится, там еще можно пушку поменять, мужики! А как поменять? С правой стороны нажимай! С какой? А, с какой еще стороны? Стреляйте, ну, пацаны! С правой стороны рубильник! Стреляй с него! Стреляю, стреляю! Перезарядка идет! Ракетами его! Смотрите, он горит! Со всего стреляйте, давайте, парни! Мужики. Со всего! С ракеты, со всего, гаси, блин! Гасите! Смотрите, он там горит, ему плохо! Да. Девчонка, слышь, ему уже фигово! Я сейчас ракетами, парни! Пошли ракеты! Отлично. Пошла суета! Давай, 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 парни! С этих машинок его! Куда ты уехал там? Я вот к нему подъехал, я сейчас ракет, парни! Вау, ракеты пошли, все, пошла суета! Есть! Все, уничтожился, смотрите! Мужики, загасили его! Провалился. Вот это да, парни, мы его отлично. Уничтожили, а ну выйдите! Ага. Блин, мы его убили! А нифига кости не вернулись, слышите? И что нам теперь делать? Я не знаю, парни, может со временем уберутся, может должно время пройти, и мы вернемся, а? Мне кажется, у меня есть идея. Ну? А давайте в больницу сходим. А давайте сходим. Скоро у нас кости сломаны, лечите, да. Хирург. Давайте, погнали в больницу, пацаны. А может поедем лучше? Не, арестуют за такие машины, и пушки выкиньте. А, ну точно, все, давай. Фух, выкидывай, Бабян, и рванули. Уничтожили этого вора костей. Ага, кости он так и не вернул, поганец. Да, а вот, блин, за $1000, конечно, бесплатный сыр только в мышеловке. Вот почему. Чем подвох был. Вот в чем подвох был, а мы-то думали. Ладно, погнали. Побежали. Ой, спасибо вам, доктор. Все, парни, наконец-то косточки наши вправили. 2 часа меня там крутило. А меня 4. Ну, конечно, а Бабяна вообще, блин, 5 часа. Ну? Да. Костей нет у него. Вот это да, парни, вот это была реально настоящая суета, этот вор костей, ага. Блин, вот это да. Видели бы вы лицо моего врача, который меня лечил. Капец, у него там уши были до небес. Да, вот это да, ладно, мужички, ну чё, поехали в нашу новую хату, как говорится. Погнали. Да, поехали, мужики. Я же PlayStation купил, сейчас поиграем. Да, о. Давай, поехали, всё, показывай дорогу. Погнали, едем. Вперёд. Ну что ж, ребята, вот такой замечательный видеоролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Если хотите потусить с нами в хате, обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Но вас сегодня веселили, развлекали, конечно, как всегда, Оверфони и Бобби. Всем огромное спасибо за просмотр, ссылочки на канал парни ищите в описании, смотрите их видосики и стримы. А на этом все, всем удачи и пока-пока. Всем братского сердца, дорогие друзья. Эй, чуваки.